Через 70 лет возвращены на родину останки казахстанского воина-офицера Касымбека Нурсеитова. Ценный груз из Латвии встречали у мемориала славы в Шымкенте. Останки были обнаружены в апреле этого года недалеко от Риги при строительстве дороги. Их принадлежность латвийские поисковики определили по найденной рядом алюминиевой расческе с гравировкой 11 июня 1944 года Нурсеитов Касым. Позже из архивов установили, что погибший лейтенант младшей гвардии, призван в 1942 году, был командиром танкового взвода 8-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944-м Касымбек Нурсеитов пал в жестоком бою в деревне Клинтайше, Южные. Останки воина с почестями были преданы родной земле в ауле Каракия Толибийского района. Я горжусь, что у меня был такой брат, поистине храбрый воин и настоящий патриот. И это правильно, что земляки посмертно удостоили его такой чести. Это же наша общая история, и молодежь должна знать о ней.